Строительство 74 многоэтажных домов ведут в Жамбылской области. Больше половины из них сдадут в эксплуатацию уже до конца года. Свыше 2500 семей в ожидании собственных квартир. Сколько всего квадратных метров жилья построят в этом году, расскажет Анастасия Сулейманова. Еще 5 лет назад здесь был пустырь, а теперь раскинулся микрорайон Улы-Дала. По словам специалистов, он является одним из самых больших в стране. Его территория составляет 362 гектара. Жить в новом микрорайоне будут более 40 тысяч человек. Это как средняя численность населения одного моногорода. Новоселье в этом микрорайоне уже отметили свыше 7 тысяч семей. Жилье по очереди получили разные категории жителей. В их числе выпускница детского дома Айгерим Саймасаева. На протяжении 10 лет женщине с детьми приходилось арендовать жилье. А сейчас она хозяйка трехкомнатной квартиры. Квартира хорошая, теплая, комнаты просторные, светлые. Места всем хватает. Мы очень рады, что у нас есть собственное жилье. Завершить строительство в новом микрорайоне намерены в 2025 году. Тут появится порядка 1000 индивидуальных жилых домов. Различные социальные объекты, а из 150 запланированных многоэтажек на сегодня возвели больше половины. Дома строятся из железобетонных монолитных заливок и в виде заполнения у нас идет газоблочные кирпичи толщиной 400 миллиметров. Которые дома мы строим здесь в 15 микрорайоне, они очень теплые. Между тем в Таразе в очереди на жилье стоят больше 21 тысячи человек. Для получения квартир действуют различные государственные программы. Например, Бахатеотбасы. Согласно данной программе, социально уязвимые слои населения могут получить квартиру в ипотеку, если они стоят в очереди. Мы за счет жилищных сертификатов оплачиваем 10% первоначального взноса. И сам кредит они получают по 2% годовых. До конца года в областном центре сдадут в эксплуатацию 37 домов. Большинство строящихся многоэтажек ипотечные и лишь единицы арендные. В текущем году также приступят к возведению 14-го микрорайона. В этом году за счет средств государственного бюджета в регионе введут в строй почти 195 тысяч квадратных метров жилья. Всего построят 45 многоэтажных домов. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Тарас, Хабар 24.